Продолжаем выпуск. В областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова прошел литературный вечер в честь 130-летия Бейімбета Майлина. Приглашенные гости обсудили творчество и прочитали стихотворения казахского поэта. Подробности далее. Бейімбет Майлин – талант, рожденный народом, один из основателей прозы в казахской советской литературе, жанра художественного рассказа. В этом году исполняется 130 лет со дня его рождения. В связи с этим в областной универсальной научной библиотеке состоялся литературный вечер. Человек, который оставил след в нашей истории. Он прожил короткую жизнь, всего лишь 40 с лишним лет, но за это время он написал очень многие труды, которые остались в нашей памяти, и мы должны об этом знать. Хочется отметить, что его стихи декламируются на различных конкурсах. И сегодня многие ребята, которые будут участвовать в мероприятии, они об этом расскажут. Собравшиеся читатели обсудили творчество и заслуги Бейімбета Майлина. Также прочитали стихотворения. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения великого деятеля Бейімбета Майлина. Это один из классиков, у которого была короткая, но яркая жизнь. Он оставил большое наследие, которым мы должны гордиться и говорить. Проза, поэзия и драматургия. Он был мастером в этих жанрах. Стоит отметить, что память о Бейімбете Майлине увековечена во всей стране. Его именем названы улицы в Кызыларде, где он работал, а также во всех крупных городах Казахстана. Мадина Нуркина, Анатолий Беланок, служба новостей.